Друзья, приветствую всех. Сегодня снова будем говорить о крипте. Почему? Потому что сейчас это, ну, самая важная тема. Реально, самая важная тема. Сейчас идет бычий рынок. Деньги текут рекой. Просто золотое время. Почему золотое? Потому что, давайте я так скажу, за вот это время, друзья, каждый из вас может заработать больше денег, чем за всю свою жизнь. Ну разве это не важно? И такое время нужно ловить, оно может быть очень коротким. Смотрите, вот лично я собираюсь заработать до 10 миллионов долларов только на инвестициях в крипту, только вот на криптопроектах в этом цикле. Если условно мое состояние было до 5 миллионов долларов, да, вот я всю жизнь зарабатывал вот это состояние, то сейчас я могу заработать 10 миллионов. Это реально, и вы можете. Вы можете увеличить свое состояние в несколько раз. Короче, ребята, в этом видео я вам расскажу, на что вам дать сейчас упор, что изучить, где вы именно сейчас можете заработать очень много денег. Именно сейчас, даже если вы каким-то образом не вошли в рынок, да, не покупали крипту в 2023 году, как мы там не покупали биткоин, когда он был там 18-20, как вам сейчас заработать огромные деньги. Также я вам расскажу, когда нужно выходить. Когда нужно с этим всем завязывать, чтобы уйти с прибылью и точно-точно заработать. Смотрите, почему сейчас вот в крипте такие возможности? Почему в крипте заработать сейчас проще всего? Каждый может с легкостью заработать. Ну как с легкостью, если сравнивать другие рынки? Почему? Потому что рынок крипты самый молодой рынок. Это самый молодой рынок. Друзья, мы с вами застали время, когда вот родилась, можно сказать, новая финансовая система. Рынок крипты сейчас меньше 3 триллионов долларов. Сейчас, по-моему, там 2,3, 2,4 триллиона. Давайте я вам покажу вот график, чтобы вы понимали. Смотрите, какой рынок недвижимости, какой фондовый рынок, да? Какие это огромные рынки. И какой маленький, просто, ну, ничтожно маленький рынок крипты. Вот почему на крипте делаются иксы. Только на крипте, друзья, только на крипте вы можете вложить 1000 долларов и сделать с них 100 тысяч. На каком рынке такое возможно? На каком? Ни на каком. На рынке недвижимости вы такие результаты сделаете? Нет, конечно же. На фондовом рынке сделаете? Нет. Да, можно сделать там из 1000, там 10 тысяч, да, есть проекты. И то, это очень тяжело. Это очень тяжело на фондовом рынке зарабатывать. В крипте проще простого. Сейчас, именно сейчас, пока молодой рынок. Сколько времени продлится этот золотой период? Точно, да, никто не знает. Но, друзья, я вам могу сказать, что недолго. Такое время никогда не будет длиться долго. Возможно, до года. Возможно, до года, вот именно в этот период вам нужно выйти из рынка. Возможно, до конца 2024 года. Я вам скажу так. Если вы хотите здесь заработать наверняка, уйти по-любому с прибылью, если вы выйдете под конец 2024 года, вы будете в плюсе, вы уйдете с деньгами, потом уже 50 на 50. Опять же, нужно, конечно же, смотреть по ситуации. Возможно, будет и такое, что вот через месяц все рухнет, или там завтра даже все рухнет. Опять же, ребята, еще раз всех предупрежу, крипта — это очень волатильная штука. Будьте готовы к тому, что завтра биткоин, там даже не биткоин, любая крипта может рухнуть на 50%. Завтра с легкостью биткоин может рухнуть на 50%. Вы должны это принять и понимать, что такой сценарий возможен. Ну а если все пойдет четко, по плану, то вот у нас с вами есть год. Здесь главное не пересидеть, потому что люди пересиживают без плана, начинают на эйфории залетать в рынок, залетают на хаях, накачивают пузырь, и потом он лопается, и люди теряют все. Друзья, у меня в этом огромный опыт. Я в крипте с какого? С 15 года. Первый биткоин я свой покупал в 15 году меньше, чем за 300 долларов. И вот за свою практику я столького насмотрелся. Тогда я впервые увидел, как люди продают квартиры, вкладывают все в биткоин, биткоин падает там на 20-30%, люди все продают, ну, короче, сумасшествие тогда было. И это сильно меня тогда удивило, потому что это был мой первый такой опыт. Я впервые увидел, как люди, да, нерационально думают, как они себя нерационально ведут. Но если взять 21 год, то же самое, да, сколько было у людей возможностей на тех же мемкоинах, там, на Шибе, на Солане,
на NFT люди просто там, ну не знаю, с тысячи долларов делали 300-500 тысяч долларов. Ну, я тогда был в шоке, я таких денег не делал. Я реально тогда с этого офигевал. А сколько люди на кроссовках зарабатывали, да, с нуля просто раскачивали, обычные просто школьники с нуля раскачивали вот структуру всю, и там им капало по 1000 долларов в день. Многие люди все потеряли на кроссовках. Те ребята, которые зарабатывали там по 1000 в день, по 5000 в день, они все потеряли. Они все деньги, последние деньги вложили в эти кроссовки, и все, короче, заскамилось. Просто в такие времена, когда вот все растет, ты вообще не думаешь, ты вообще не думаешь, это все тебе просто забивает голову, и ты идешь все дальше и дальше, никаких целей, никакого плана, ты хочешь все больше и больше и больше, и в итоге теряешь все, остаешься полностью нищим. В общем, друзья, крипта дает шансы всем, реально всем, именно шансы, видите, я говорю шансы, на прошлой бычке не получилось, окей, вот у вас есть это время, учли ошибки, вперед. Все силы сейчас дайте на крипту, изучайте крипту, не тратьте время на сериалы, на всякие игры. Каждый день там по часу, в день по 2 часа в день изучайте крипту. Потому что таких возможностей, как в крипте, ну нету сейчас, нету нигде, нигде вы столько не заработаете. Меня кто-то спрашивает, куда вложить 1000 долларов, кроме крипты? Только в крипту. Ну куда вы хотите вложить 1000 долларов? Ну что с той 1000 будет? Ну будет там 1200, 1300. Ну разве это результаты? Вы не видите эти результаты на крипте? Вас они не удивляют? Я в шоке просто от них. Я от них в шоке. Ну нереальная же доходность на крипте. Ну вот у меня за последние сколько там? 5 месяцев плюс 1 700 000. Даже меньше. Какие 5 месяцев? В общем, 1 700 000. И это только на проектах, на известных проектах. На биткоине, там, на Солане, да, у меня по биткоину прибыль 600 тысяч долларов. Вот тот, кто говорит, все, уже поздно заходить в крипту. Или вот недавно мне в инсте кто-то написал, да я и без твоего закрытого клуба знаю, что биткоин нужно было покупать по 20. Какой смысл мне вообще платить 1000 долларов, чтобы ты мне там сказал, что нужно покупать биткоин по 20? Ребята, во-первых, смотрите, я покупаю биткоин публично. На YouTube-канале Instarding Invest каждый месяц с 1 по 5 число я показываю, как я покупаю биткоин. Вернее, показывал, когда я инвестировал в биткоин, я это все показывал. Это не информация из закрытого клуба. Плюс я здесь, вот на этом канале, записывал ролики, что нужно заходить в крипту, что сейчас золотое время, что вот кто сейчас зайдет, тот много заработает. Но я же говорил об этом. Кто вложит свои деньги именно в декабре, я это делаю сейчас, именно сейчас, тот зайдет на самых лучших условиях в рынок, именно в рынок. Вот, если внимательно меня смотреть, извлекать пользу из моих видео, у вас будут шикарные результаты. Давайте я покажу, какие вот у нас результаты. Вот мы заходили в декабре, вот мы в закрытом клубе заходили в декабре, вот смотрите. И это же, ну, топовые проекты, вот Solana там, Тон, это топовые проекты. Но важно же не просто в эти топовые проекты зайти. Важно грамотно зайти, чтобы не было никаких ликвидаций. Вот это портфель, фьючерсный портфель с грамотным риск-менеджментом. И не будет никогда ликвидации. Есть у нас там спотовый портфель, есть инвестиционный портфель. В общем, вы можете сказать, что это все уже не важно, да, потому что нужно было заходить раньше. Кто раньше зашел, вот оно все уже улетело. А что делать сейчас? А я вам так скажу, друзья. Я собираюсь заработать основные деньги не на вот этих вот активах, не на вот этих активах, а на новых проектах. На новых проектах, которые будут выходить не на Солане, не на биткоине. Хоть у меня сейчас там огромная прибыль по Солане и по биткоину, но я собираюсь заработать на новых проектах. Потому что в этой бычке будут новые единороги, будут крутейшие просто проекты, которые ворвутся в топ. Ну, те проекты, которые там будут стоить условно по 1 доллару в начале, за монету по 1 доллару, да, и потом цена будет доходить за монету по 500 долларов, по 200 долларов, понимаете, да, такие проекты будут. И в такие проекты вы можете войти. Не обязательно покупать биткоин, тем более на биткоине уже много вы не заработаете. 100 иксов вы на биткоине не сделаете. А вот на новых проектах сделайте, и это будет у нас основным направлением в закрытом клубе. Мы будем заходить в новые проекты. И сейчас мы заходим, мы уже сделали полноценную инструкцию по IDO. Вы тоже можете это сейчас все изучать. Вбейте в YouTube заработок на IDO. Занимайтесь этим, изучайте. Вот я вам сейчас всем советую. Чтобы потом не говорили, Тарас, ты не советовал. Советую сейчас.
Я на этом собираюсь сделать огромные деньги. Вы тоже это можете сделать. Вот, давайте я вам покажу, с чем мы работаем сейчас в закрытом клубе. Вот, смотрите, только начали сезон IDO. Результаты, да, еще слабенькие, но вложили 6 тысяч долларов, да, и вот прибыль. 35 тысяч долларов. Вложили 6, заработали 35. Вот новые проекты, смотрите. Octavia, GT Protocol, Patex. Это новые проекты. И вот среди них будут единороги, будут проекты, которые будут давать 100-200 иксов. То есть, представляете, если я вложу там 50 тысяч долларов, да, это миллион долларов можно сделать на одном проекте. Вот на чем я сейчас собираюсь сделать основную прибыль. Давайте я вам покажу, что было в прошлом сезоне, просто напомню. Вот, например, проект Lace. Вложил 225 долларов, забрал 8 тысяч. Представляете? Вложил 200, забрал 8 тысяч. Все эти деньги я забрал. Вот проект Victoria VR. Вложил 400 долларов. В моменте прибыль была 83 тысячи долларов. Все эти деньги я не забрал, забрал больше 30. Но все равно, да, вложил 400, забрал больше 30. Это я к чему? Я к тому, что смотрите, какие иксы. Только на крипте такое возможно. Ну где вы видели, чтобы 400 долларов, да, давали там 30к? Короче, вот это вот направление будет у меня основным. Оно будет основным в закрытом клубе. Потому что, опять же, кто-то думает, что в закрытом клубе только информация, типа, покупайте биткоин. Нет, друзья. У нас также вот есть группа с сигналами от профессиональных трейдеров. Вот был у людей запрос по герчику, добавили герчика. Также есть чаты по общению, люди общаются, встречаются, сами вот организовывают встречи. То есть закрытый клуб — это целая экосистема. Школа у нас своя есть, пошаговые курсы у нас есть по крипте, прям курс по крипте с самого нуля, курс вот по этим новым проектам есть. Прям пошаговый, подробный курс по IDO, как регистрироваться, как заходить, все это у нас есть. Кстати, по школе мы делали промо-ролик, давайте я вставлю сюда этот промо-ролик, чтобы у вас было понимание, какие обучающие материалы у нас в закрытом клубе. Я вам покажу те инструменты, которые позволят вам зарабатывать и никогда, никогда не терять деньги. Теперь давайте определимся с правилами и маркерами поиска. Урок 17. Лендинг. Депозит и займ на платформе Banky Finance. Это вот авторская таблица. Я сделал таблицу вот эту Артему, подписчику. Помимо того, что будем получать доходность от торговых комиссий, будем еще и зарабатывать на росте цены актива. По инвестиционному портфелю. Здесь у меня есть три эшелона. Вот я выделил три эшелона. В данном окне будут отображаться средства, которые мы заработали. Все, друзья, только что я на ваших глазах заработал 30 тысяч долларов, а вложил всего лишь 400. Так что следуйте инструкции и повторяйте. Вы должны посмотреть, как проявляются ваши характеры, способности, наклонности и так далее. И пониманием, как можно внедрить систему спринтового и блочного планирования в свою жизнь, чтобы получить лучший результат. Очень простая схема. И потом я уже их трачу на пассивы. Так что вот, друзья, закрытый клуб – это целая экосистема, а не просто там от меня информация, покупаем биткоин. Кстати, мы же такую штуку крутую запустили. Смотрите, в закрытом клубе множество же крутых ребят. И каждый является экспертом там в каком-то деле. Кто-то в недвижимости, кто-то там по здоровью. И вот участник закрытого клуба записал свой курс для других участников, да, по правильному питанию, по построению спортивного тела. Прикиньте? А кто-то может записать курс по недвижимости и этим всем делиться. Просто так. Вернее, не просто так, а с пользой для всех, да, делаем вин-вин. Человек делится пользой с сообществом, а я упоминаю этого человека, делюсь контактами, да, и люди могут к нему обращаться. Вот прикольная идея. И получается, мы выходим на такой уровень, когда клуб сам развивается, уже без моего участия, уже участники клуба могут его развивать. Он сам генерирует пользу, представляете? И за это все, друзья, не нужно доплачивать. У меня доступ в клуб пожизненный. Сейчас цена 1000 долларов, летом будет уже 1500, цена постоянно растет. Но продукт просто крутейший, это самый полезный продукт в мире. Платите один раз и получаете пожизненную пользу, пожизненную. Постоянно новая информация добавляется. А кто там еще успел, вошел там за 500 долларов, кто-то еще там покупал доступ за 200 долларов, и он постоянно получает пользу. Крутейший просто продукт.
для людей. Также подписывайтесь в мою телегу, там много пользы. Первая ссылка в описании, мой открытый телеграм-канал. Также я там публикую, бывает, информацию из закрытого клуба. Также у нас там постоянные розыгрыши, есть пожизненный розыгрыш каждый четверг. Каждый четверг я разыгрываю $77, а в пятницу победитель уже получает деньги на свой криптовалютный кошелек. Это все в моем открытом телеграм-канале. Там, кстати, друзья, информация публикуется в первую очередь. Она в первую очередь выходит в телеграме, а потом уже в ютубе, там, инстаграме. Так что, кому интересно, следите за моей телегой, извлекайте пользу. Также напомню, что у нас есть поддержка, у нас есть круглосуточная поддержка. Ну как круглосуточная, там в 5 часов ночи вам никто не ответит, но в течение суток мы всем отвечаем. Всем отвечаем. Я ее оставляю в описании, в закрепленном комментарии. По любым вопросам вы можете писать. По поводу закрытого клуба, по поводу своих каких-то личных вопросов, по поводу инвестиций. Вы можете писать по любым вопросам. Мы отвечаем всем еще раз в течение суток. Все, на этом буду прощаться. Всем огромное спасибо за просмотр, за поддержку. Если нашли в этом видео пользу, обязательно поставьте ему лайк. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Подписывайтесь на все наши полезные каналы. Подписывайтесь на канал InStarting Invest. Напоминаю, что там каждый месяц с 1 по 5 число выходят мои инвестиционные выпуски. Все, ребята, хочу вам пожелать только одного. Не упустите в крипте свой шанс. Всем пока.